Пример отца и пример труда должны быть практическими, с пользой, уверены жители села Допора и Алекминского района. Поэтому все состязания и конкурсы имеют результат наглядный. Ранее соревнования отцов и сыновей проводили на уровне района, но принять участие могли не все. Теперь их проводят на уровне наслега, и с каждым годом желающих все больше. С подробностями Елена Фаст. Сегодня многие родители озабочены тем, чтобы минимизировать время ребенка за гаджетами. Телефоны, компьютеры, планшеты прочно заняли свое место. В селе Допора это решается просто. С детства ребят приучают к труду. Есть работа, надо выполнить. Прежде всего, это пропаганда человека труда. И если провести районные мероприятия, всех детей не вывести, мы работаем в школе, поэтому мы хотим, чтобы все увидели такое мероприятие. Традиционными стали соревнования отцов и детей по заготовке дров. Молодые отцы со своими сыновьями приучают своих мальчиков к труду. Большая часть наслега от мала до велика собрались на берегу села, чтобы поддержать участников. Несколько семейных команд на время и, разумеется, качество пилили и кололи заготовленные загодя бревна на дрова. Результат дается непросто, но довольны все. Вообще, как вы считаете, вот такие соревнования, они нужны? Обязательно. Вот нашему поколению надо. А то сейчас все играют на компьютерах, телефонах. Вот такая работа самая хорошая. В этом году соревнованиям присвоили имя односельчанина Дмитрия Николаевича Корнилова, примерного семьянина и человека труда. Мы уверены и надеемся, что продолжение нас еще будут. Таких династий, как наша семья. По работе и награда. Участников отделили достойными призами, а завершил праздник домашний обед. Наваристый утиный суп и горячий с дымком чай. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.